танца. А что вчера было? Ты была вчера где? В магазине. Ты же только что рассказывала, их хорошо рассказывала. А в каких же ты была магазинах? Там что-то одежда. Было интересно? Одежда. Одежда. Ну и а что? Ты там что-то примеряла? Духов, да? Или помогала духов. Маме? Духов. Магазин духов. Да. Магазин духов? И что? Нюхала, видишь, нюхала. Ты нюхала разные запахи. Тебе понравились духи? Тебе запахи понравились? Нет, некоторые класс. Фу-класс? Да. Некоторые фу, некоторые класс. А, понял. То есть некоторые тебе не нравились, а некоторые нравились, да? Некоторые нравились. А... Все нравились. Все нравились? Все нравились. То есть фу не было, да? А были все класс. Да, класс. Так, ну и что? В результате ты теперь знаешь, сколько бывает разных запахов, да? Не знаешь, сколько запахов? А ты их не считала, запахи, нет? 500 тысяч? Понятно. 500 тысяч, да. Ясно. Ну, а там, где одежда, ты примеряла? Не примеряла. Она помогала папе примерять. Папе примерять. Ну и что? В итоге и, что-то примерили? И в результате ты купила папе что-нибудь? Не-не-не. В результате крестик. Ну. Крестик и нолик. Понятно. No! No. No, крестик, no. No. Нет. Не подошли. Нема. Не подошли, да? Папа оказался нестандартный, ему ничего не подошло. Молодой был, когда одну первую надел. Молодой был, когда первый свитер одел? Да. Да? А, поэтому ты решил, что он сильно молодой, и свитер пришлось оставить, да? Да. А потом он одел и стал пожилым, да? Не-не-не. Нет? Он вообще не одевал. Вообще не одевал, потом. Да? Как это? А ты ему не показывала новые свитера всякие? Нет? Не помогала мерить? М? Дай пять. Там холодно, пять. Двумя? У нее пять? В лед опущенная рука, холодная-прихолодная. А еще хочешь, я тебя замерзну? Нет. Хочешь, я тебя замерзну, нет, да? Нет. Зачем тебе этот лед? Лед нужен, если у человека температура высокая, да? Или голова болит. Едем по морозу. Не едем, едем по морозу. Я тебя заморозю. Папа, смотри. О, кого мы нашли. А кто там? Это же прыгун. Прыгун, да. Я тебя замарываю. Замарывайся. Ты смотришь, он сломать не заморозил. Так можно простудить ручку. Не надо в эту игру. Все.